Здорово, народ. С вами снова я, Гвин Блэйд. Ну что ж, удар молота. Пора отпиздить Сэя. Дать им спокойно сдохнуть нам, а готовится ввести объединенные силы Иштир и Гаури с Голи против оставшихся войск Сэя. Ну пошли. Маршируют ребята. Ну, по-моему, ну да. В основном они почти одинаковые. Честно, молотком, блядь, удобно размахивать вот так нахуй на этом. Сея укрепились в заброшенной цитадели к северу отсюда. Наконец-то я смогу отплатить этим мясникам за то, что они творили на моих границах. Кровавый след тянется за Сея столетиями. Ты есть, блядь, Галяна так говорит, А, она же, по-моему, этот. Эти нам ребята нужны. Насколько я помню, она, ну, Нава, она видит, слышит эти голоса мертвых. Ах, он должен через крепость цели. Я жду приказа. Конечно. Вы нашли удобное место? Да-да-да, бегите. Во, у нас полностью, полный комплект, можно армию делать нормальную. И еще у нас есть людская армия, будет две армии. Гален будет командовать армией этих, Гаури, а она людей. Вы нашли удобное место? Да-да-да. Да, я уверен. И тоже, пожалуй. Только один нужен будет. Я жду приказа. Вот оно. Каковы будут распоряжения? Конечно. Вот тут-то, насколько я помню, находится охуительная армия Сэя. Так что, блядь, надо быть готовым ко всему. Я не боюсь ничего. Блядь, здесь еще пару посидят, блядь. Насколько я помню. Сделаем какое-то, чтобы денежки... А, вот они. Чтобы денежки капали более-менее. Сразу же делаем наших любимых гастарбайтеров. Мой меч принадлежит тебе. Благослови нас на бой. Все готово. Мой меч принадлежит тебе. Сделано. По-моему, они не должны там больше никаких отрядов быть, все-таки мы... Ага, блять. Хуй вам, блять. Мой меч принадлежит тебе. Еще нам напасть, что ли, еще решили? Ёмрю, что ли? Все готово. Я жду приказа. У нас ничего больше нет. Конечно, конечно. Послушай, таких улучшенных. Не знаю, кто-нибудь скажет, типа, так неинтересно, ты уже знаешь, типа, что будет, но, блядь, люди, это, ну, классика, ты знаешь уже, ну, ты, потому что ты проходил уже, я проходил уже эту игру, сколько раз, вы просто не представляете. Ну, последний раз я ее проходил, наверное, после армии, блядь, то есть года 3 назад. Типа, по сути, я, блядь, ничего себе такого необычного нету, блядь, вы, блядь, доту ебашитесь, нахуй, блядь, по 4, по 5 часов, 1000 часов, нахуй, блядь. И ничего, вы тоже вроде играли, блядь, на одной карте, блядь. Сейчас какой-то дотер мне это напишет, ты, блядь, ничего не понимаешь. Вы... Нет, люди, я понимаю, я играл в доту, у меня там наиграно около... Что мне так шоу наиграно, блядь? Опа! Это же, блядь, Праксус, нахуй, блядь, первый герой, нахуй, который у нас вражеский, которого мы здесь видим. Нет, дальше вы туда не идите, не идите, не ходи туда, блядь. Сейчас заебут, серьезно, я вам говорю. Верно. Я не боюсь. Добейте его, добейте! Создатель должно быть уничтожен. О, видите? Каковы будут распоряжения? Конечно. Я играл в свое время в доту, нахуй, я просто ее забросил, потому что она меня заебала, нахуй. Мне надоело это ебучее однообразие, блядь. Согласен, с кем-то, наверное, не отрицаю, что с кем-то интересно играть, нахуй, когда ты не один, я имею в виду.
То есть там с друзьями ебашишься. Там интересно, да. Последний раз тут я играл в том году зимой. Это не зимой, в октябре, наверное. Когда мы были с пацанами в салоне. Да, мы пошли, мы взяли, блядь, пиво, нахуй, да. Тогда я, блядь, еще пил, нахуй, сейчас же я бросил пить. Да, мы взяли, блядь, пиво и на всю ночь компьютерный салон засели. Это было весело, блядь. Я наслаждался тогда игрой в год. Доту, я вам сейчас скажу, блядь. Сейчас-то я так, наверное, не смогу похвастаться этим, блядь. Чтобы не наслаждаться этой игрой, блядь. Там все уже изменили. Я даже, когда вот мы играли в салоне, я уже там половину не понимал, потому что уже, блядь, сколько лет я уже в ней не играю. Я думаю, увеличить до 400, потому что, блядь, нам сейчас тупо банально накопить армию и пойти пизды давать нахуй, блядь. Больше, блядь, мы здесь ничего не должны. Там еще основного, да, улучшить. Убили, убили, молодцы. Стойте, 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 ребята, не ленитесь. О, альварщиков сделали, блядь. Ну что ж, первый отряд делаем. Первый отряд смертников. Вот сюда. И назначаем его командиром Галена. У тебя же опыт, надеюсь, не пропал. Нет, пока он, по-моему, не умрет, у него опыт будет. Пустил он стоит шаквар, блять, везде со своим города. Так, все, вы бегите теперь сюда. Создатель видит всех вас. Я жду приказа. Будет сделано. Сейчас ждем. Блять, драгоны все-таки нужны будут, да. Еще раз потом улучшить. Ебануться. 360. Да ты, это панель верхняя? Я жду приказа. Слушаю. Приказывай. Что теперь? По сути, она, блядь, очень для многих игр, вот эти группы, то, что здесь вот нету, для многих стратегий эта панель очень важна, и ее нету, блядь. Вот то, что она есть в этом, вот в этой игре, Кохане, это она очень, блядь, много этот проблем решает, я вам скажу. Так, такие вот залпы, например, ружника, блин, тук-тук-тук-тук-тук, блядь, с пулемета, блин. Ну, блядь, ты издеваешься, что ли? Так, 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 на вылечит, нахуй, в случае чего. Я не боюсь ничего. За свет. Ну, вернись снова. Уже в минус уходить начинаем. Я сделаю пока что вот эту вещь. Это баллиста, это пиздец, нахуй, я вам скажу, блядь. Мне кажется, Гаури это гений технической мысли просто и... все. До 200 снизим. Ледяная крепость. О, мощное название. Уничтожите резервы сей. Ага, вот сейчас они и пойдут. Те придурки. Наверху которые. Еще один отряд в армию Навы. Е.
Ебысь так, блять. Паши. Но вот здесь, конечно, армия похуже плетет сейчас, блин. Ай, блядь. Гален уже потерял, блядь, половину войска, блядь, в отряде. Ваш не жалко, верите, нет, блядь, можете пойти умереть, блядь. Я жду приказа. Гален, останься-ка здесь, да. Что-то тебя вообще отпиздили, блядь, знатно, но... Тебе. Убили? Иди. Таишь, блядь. Каковы будут распоряжения? Сделано. Благослови нас на бой. Сейчас баллист ему, блядь. Бам, блядь. Вылетел сейчас. Ошибись. Будет сделано. Сделали, важное дело, что там происходит. Нахуярится, блядь, смотри-ка, нахуй. Не бежит. Стражи бегущей воды, блин. Станут, нарвались, блядь, жестоко нахуй. Инженеры вражеские на наш отряд. Так, нужно здесь еще отряд создать. Минус можем уйти знатный, кстати. Тук. Во вход лучников, блядь, пошли херачиться. Не ругнули, а дихеры тоже сражались, блядь. Ты еще живой, что ли, заебал, блядь, нахуй. Я уже так сделаю. Так. Нужно устранить минус. Здесь у нас. Пора работать. А, нет, не получится. Денежек нету. Не понял. А где баллиста? Где баллиста, блядь? Блять, заебись, нахуй, баллисту ёбнули, пока я ебал им щёлку. Я служу свету. Приказывай. Ты сюда, ты сюда, ты сюда. Создатель видит всех за свет. Это вы можете сгалять. Здесь, по-моему, в этом месте три прям этот. Я жду приказа. Будет сделано. Я служу свету. Вы сейчас лучше, да? Бам, блядь! Вот почему мне нравится баллиста, то, что у него вот этот взрыв нахуй, такой жесткий, блин. Принадлежит за нас, говорит сталь. С двух сторон атакуем. О, Паксус прибежал опять. Дальше идем. Каковы будут распоряжения? Сделано. А вот и молот, переход на новый уровень. Угу. Сделано. Железное дерево. Создатель видит всех нас за мой народ. На месте. Естественно. Я жду приказа. Изучено холлинга, блядь, пиздец название. Здесь еще крепость Брейрок.
сильно. Да, здесь этот Галену приходится не сладочка, я вам скажу, блядь. На помощь идти. А здесь придется форт построить. Сейчас боевой дух установим, все установимся и пойдем в Дун Аса. Такой баллист, не дайте уничтожить опять, пожалуйста, ребята. Не разочаруйте меня, нахуй. Уничтожили, кстати. Это не установится по ходу дела, пока этот здесь стоять будет. Дайте ему восстановиться, господи, вы заебали натурина. Все это поднялось, можно еще пару тратов сделать. У нас лучников одно нету. Ваш приказ, милорд, без сомнений. Да. На месте. Что? Сейчас пойдем. О, мы опять в атаку пошли. Мой меч принадлежит тебе. У меня две армии здесь, ребята, блядь, не одна, нахуй. Обрадовались, а то, блядь. О, вот это сейчас ты его подловил вообще жестко. Красава. Эй, последний выстрел! Камень долетел, но не умер, блин. Подготовлен. Че, ребята, мочиться пойдем? Я жду приказа. Каковы будут распоряжения? Я не боюсь ничего. Опа, какая у них армия кавалеристов, а смотри-ка, блядь. Ну ладно, Нава там разберется, я думаю. Хотя нет, вперед нахуй. Вперед! На штурм, ребята! Депок. Все на деньги перевел, смотри, чтобы этот, блядь, армию содержать. А это кто побежал, блядь, что-то я не пойму. Я, говорит, не с ними, ребята, я, говорит, не с ними. Пожалейте меня. И все, по сути. Джиггернаут, смотри, как пошел, блин. Наши горы свободны от Сея. Еще не полностью, Дхаврум. Главное зло прячется где-то неподалеку. Я чувствую.
Давайте положим этому конец. Сейчас, по-моему, будет катсцена, и потом уже начинается кампания за Сея. То есть сейчас я катсцену вам покажу. Последний отряд Сея разгромлен, последний крепость пала, теперь осталось захватить лидеров и подвинуть очищение. Во. Сейчас, говорит, глава вторая начинается. Или подожди. Нет, давайте лучше не буду показывать. Хотя нет, давайте. Разгромленная Сея с остатками немного наемного войска, окружены силами Навы, и только собака, одержимая видениями источника затерянный путь, верит, что Сея стала основной ответственной ключ силы. Ебать, здесь их вырезают, блин. А, поймали Таргедин уж, блядь. Где Мельхиор и остальные? Себак знал, что вы придете, и увел их. Сама тень говорит с ним. Куда они ушли, Праксус? Себак увел их в пустошь. Мельхиор пробивает им дорогу. В пустошь? Там можно найти только погибель. Он лжет! Себак должен быть сумасшедшим, чтобы идти в пустошь. Я вырву из него правду. Ты же его просто убил, нахуй, блядь. Ничего даже не вырывать не пытался. Он не команд, блядь. Он говорил правду. Его дух не может лгать. Значит, Себак ведет их в пустошь. Тхаврум, Гален, я должна покончить с этим. Чего бы это ни стоило, я не сдамся. Ты не спросила, Наава, но я отвечу. Мой меч принадлежит тебе. Тхаврум, твои земли в безопасности. Ты исполнил свой долг. Безопасности нет нигде, пока отвергнутые на свободе. Мой молот в твоем распоряжении. Мы пойдем за тобой до конца. Тогда в путь, пока Сея не улизнули. Ой, блядь, как они могут этот заводить народ, а? Не-не-не-не-не. На этом можно серию завершать. Спасибо всем тем, кто смотрел. Всем пока. В следующей серии будем играть уже за Сея. Увидимся.